следующую фотографию я опять с Яндекса взял. Почему? Мне бросилась в глаза моя, лично моя фотография, лично мой, этот самый, яблоня, одна из самых высоких, Милба красная, в скобках Канады, да. Вот, но дело не в этом. Ну, получается, ребята, ну когда вы свои-то будут? Перед мной, как правильно ухаживать за растениями, чтобы нитратов не наесться и так далее. Дальше будет статья, которая ко мне не имеет ни малейшего отношения. И там опять горбатится и горбатится, но так как, естественно, хочется и иметь какой-то подписчика и все прочее, нужно иметь толковые статьи. Какие они толковые, я вам покажу. Это называют тихий ужас. Это просто бросилось в глаза, что в Яндексе нашел еще одну свою фотографию. Эту впервые я нашел. Другие находил десятки раз. Ладно, проехали. Вот. Опять то же самое. Вы представляете, опять Яндекс. Вот я потом вот эту взял фотографию и проверил, сколько их на свете. Их оказалось около сотни. То есть вот этот самый сайт, он не имеет ни малейшего отношения. Вы еще не догадались, чей он? Смотрите, опять моя фотография. Вот, я просто упреждаю. Вот это нарисовано, это нарисовано, это нарисовано, помните, ну вы же догадались, супер предложение, Бекер и так далее. Вы понимаете, к ним должны были прийти эти самые, как их назвать, еще, когда еще интернета не было, их должны были уже повязать, по тюрьмам рассадить, они давно начали обманывать людей. Советы, для чего вот эта фотография? Опять же, она везде лезет в глаза, в Яндексе. Как получилось? Я взял, увеличил и скопировал. Так. Вот. Здесь у меня что бросилось в глаза? Советы по выбору хороших саженцев плодовых деревьев. И вот смотрите, они взяли, вот все эти деревья, это калеки-инвалиды, жуть. У них шансов выжить практически нет. У них корни в вот таком объеме, у них громадная крона. Эта крона располагается в верхней части. Это значит, что ветром ломать будет как спички. Вот, это опять вот это искусственное, вот нету, видите, что творят. Это вот апологеты, они когда-то придумали, что чем выше, тем теплее. Вот, а потом это стало нормой. Я вам показывал и Мичуринские тоже фотографии. Помните, там тоже такой же штамп. Они не понимают, что вот это место сразу стало самым уязвимым. Самым уязвимым вот это место. Потому что они здесь ветки поотрывали, пообрывали. Здесь теперь крона неполноценная. Теперь здесь будет стекать вода. Она не должна стекать. Она должна стекать, вот, показываю еще раз, смотрите. С листика на листик. Это же не я придумал. К любому дереву подойдите, лучше к непривитому. Привитое дерево, я напоминаю, это ветка, которая выпрямлена. Ветка с почки выращенная, потенциально она должна быть расти так, а ее выпрямили. То есть она не годится для советов. Для советов годится просто сеянец. И вот берем сеянец практически нормальной формы. Вот с веточки, листика на листик, с листика на листик. Меня видно еще выше. С листика на листик, с листика на листик, с листика. Практически вся вода, нормальный дождь, там моросящий средний дождь, не пробивает ее даже. Это. И какой бывало, когда сильный дождь, бывало даже брызги вот так. Аж вот так вот. На периметр вот там специальное место для кончиков корней. А они-то уничтожили, ведь вы знаете, сколько они уничтожили? Они уничтожили ветки, которые, это же уже двух-трехлетка, правильно? Нижние ветки, они самые старшие. Начинают, вспоминайте, вот ветка, вот ветка, вот ветка, чуть меньше, меньше. Потом год кончился, второй ярус пошел. То есть вот здесь вот ветки должны быть уже где-то по 1,5 метра, вот так распластаться. И на год, на два дальше дать урожай. Ну, перед этим не стоит, им главное продать. Вот. Пользуясь вот этими недостоверными сведениями, традициями дурацкими, которыми, еще раз говорю, первые садоводы, которые стали классикой, они были не умнее нас. Они были южнее нас, вот это, южнее. Им это сходило с рук. Искалеченное дерево раньше давало урожай. Это стало уже это, как правилом. Давайте калечить. И вот получается, что не зная вот таких вещей, для чего форма листьев. Ой, я что долго говорил, я повторяюсь. У меня сейчас этот, не знаю, Сергей Анатольевич, сильно меня не ругайте за эти повторения. Просто обидно, что ничего не меняется. И вот это вот
называется «Выбор хороших саженцев». Да нету тут ни одного хорошего. Калеки. А вы, надеюсь, когда-то будете в других сетях, везде, где угодно, статьи пишите, книги. Среди вас будут, которые назовут «Новая волна», «Удвиж садоводы». Вы уже будете по-другому относиться и уже повторять мои слова уже по делу. Вот. Я еще одно. Ну, что это такое? Почва изуродована. Кто-то считает, что вот такая должна быть почва. Но я уже боюсь повторяться. Дурь пополам с дикостью. А это знаете почему? Я это... Помните, меня пнул немножко... Кто же меня пнул? А, неважно. Ну, вопрос-ответы, последний вебинар. И там было сказано. А вы почему не признаете другие способы прививки? Вот почему не признаю. Я не хочу коллег, чтобы были коллеги у вас. У меня-то их нет, чтобы вас не было. Вот. Ну, эту фотографию в моем саду сделано. Посмотрите, персик он не замерз. Здесь саданул я его этим, косой, без косой. Вот. Но он вместо того, чтобы умирать, я не стал убирать его. Я ждал, когда он возродится. И нашлась почка, буквально из-под земли вылезла. Буквально. Похоже, даже от корней, если так приглядеться. Вот. Я хочу сказать, ребята, не боритесь, не делайте искусственных штампов. Тогда я много примеров приводил. Как возрождаются деревья, у которых вот на этой части сохранилась вот эта часть. Или вот это, или даже вот это. Возрождается и снова вот он персик. А старое я не стал убирать, чтобы показать это, вам, как это сложилось.